И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Максим. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Ребята, все любят вопрос, когда мы спрашиваем, как зовут аниматроника. Так что напишите в комментариях, как зовут этого аниматроника, и кто напишет правильный и первый, тот попадет в начале ролика в комментариях. Ребята, сегодня мы решили поиграть в Гаррис Мод VR и будем проходить очень страшную карту по FNAF. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Хотели мы сначала начать первую ночь, мы знаем, что она очень простая, поэтому будем сразу со второй. Если мы сейчас пройдем вторую, то запустим третью. Так, где этот телефон вонючий? Так, идемте посмотрим, что здесь вообще происходит. Потому что на этой карте можно походить. Так, Фокси у нас закрыт. Идемте посмотрим, как Фокси здесь выглядит. Офигенно. Он очень стрёмный. Плохо, что так нельзя ткань раздвинуть, чтобы посмотреть. О, давай. Смотри, кто пошел. Так, тихо. Толпаки впрочь. Пацаны, будьте внимательны. А, он не к нам идет. Он идет. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Ты его закрыл там? Да. Ну я-то не помню, они будут открывать дверь или нет? Вроде бы открывают они. О, Чика пошла. Смотрите, как она прикольно ходит. Так, что я могу здесь брать? Это не могу. Стол. Стол тоже не могу. Но эта карта очень классная. Смотрите, как она смотрит. Прям на меня смотрит. А нет. На Санька смотрит. Так, Чика идет. Она, интересно, она ко мне идет? Так, давайте попробуем сюда. Вы же помните, что если они зайдут в офис, то мы сольемся. А где Чика? Она ж тут сюда пошла? А, вот она. Она пошла какать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, боюсь. О, Максим, Санек. Да. О, зарплата. Зарплата, пацаны, держи. О, а ну подойди ко мне, я тебе на голову положу. Они куда-то улетели, у тебя голова мягкая очень. А ты какая башка у тебя. Гусанёчек, это тебе. О, на. Так, потихонечку идем, не спеша. Уже такие звуки стрёмные. Все, давайте реально будем проходить, потому что я хочу сегодня затащить эту ночь. Я могу шкафы брать? Шкаф не могу брать. Так, он стоит там? Да. Тихо, этот брейк лобает, ты брейк-дансер. Идет, идет. А, все, не идет. Будьте внимательны, пацаны. Так, а ну подожди, это с левой стороны? О, кто-то стоял здесь. Вот он стоит. А где он стоит? Он там, получается, в этой комнате дурацкой стоит? В кладовке. Я понял. Очень атмосферная карта. Мне она нравится. Круто сделано. А он, ну, не зайдет. Проверим. Двери работают. 2 часа ночи. Есть. На всякий случай, пацаны, не будем рисковать. Так, где он там ходит? Вот он, за углом. А ну-ка. Можешь открыть. Он за углом, можешь открыть. Так, пацаны, пока там гуляют, я попью вашу водичку. Моя вода. Ну тут на дне, тут еще есть на дне немножко. Оставить вам? Да. Ух, кстати, я могу вам добавить воды, хотите? Нет, час. Нет, только нет. Все, пацаны, здесь ушел. Теперь больше половины. Так. Ой-ой-ой. Тут сейчас было. Потихонечку идет, а мы идем брать швабру. Пацаны, меня на полставки устроили, короче. Эй, ты, уборщик. Так, не мешай меня. Я здесь заметаю. Эй, слышь ты? Уйди. Пацаны, заметаем, все. Потому что очень грязно. Видите, тут все разбросано, какие-то конфетти валяются. Так, 3 часа ночи, больше половины энергии. Максим, ты водишь водичку? Ой, а что ты, по-моему, упала. С ней делал? А вот. Ну, я же хотел тебе дать специально попить классную воду. О, воблище лежит. О, Чика идет. А где Чика? С правой стороны? Справа. Так, давайте стоит. Посмотрим. Так, да, стоит. О, ты, блин, ты меня испугал. Ё-моё, так же сердце встать может. Кстати, она может резко пойти назад. Ты помнишь эту фишку? Нет. Ух, сынок, на тебя вся надежда. Очень медленно ходят. Ну, потому что это слабая ночь. Так, Чика уже ближе. Онька стоит. Кстати, интересно, вот эту гитару можно украсть? Ребята, сейчас мы попробуем. Фокси ширму открыл. Что? Смотрите. А, Фокси сейчас побежит. Гусанёк, готовься.
Скажите, когда бежит. Я скажу, я за ним слежу. Так, ребята, не сводим с Фокси глаз. Это очень хитрый жук. Он сейчас может так сделать, что мы сольемся. Так, и надо смотреть же, что еще... Чика не пошла. Так, она там, с этой стороны. Так, наблюдаем за Фокси. Что это за звук был, пацаны? Это гром. Понька идет. Из этого мигающего света у меня сейчас этот... Эпилепсия возьмет. Мы прошли эту ночь? Да. Мы молодцы, пацаны. Мы красавчики. Йоу. Ребята, третья ночь. Надеюсь, мы сейчас сможем ее пройти, но я знаю, что будет очень сложно. Давайте посмотрим, как они сейчас будут оживать. Это же круто. Ну, сейчас они должны побыстрее быть и пошустрее, потому что вторая ночь, знаете, как разогревочка была. Так. Опа. Иди сюда. Тебе очень идет, давай. Да блин, что у тебя голова как пружина вонючая? Так, пацаны. Мне уже показалось, что он начал шевелиться. Нет, никого нету. Тихо. Чика пошла. Так. Напишите в комментариях, сможем мы пройти третью ночь или нет. Все, пацаны, идемте кушать. Так это же деревянная пицца. Ну, в принципе, что заслужили, такая есть. Прикольно. А что это зеленое? Это огурчики, типа, да? Или это... А если я ее брошу, она и телепортируется назад? О, нет. Это как проб... Давай я ее возьму. Стоп. Этя, есть. На, кусай. Так. На, тебе тоже деревянную пиццу есть. А я не буду ее есть, потому что я дерево не ем. Ну-ка. О, отлично, классно сделано. Помните этот прикол, пацаны? А, это не на этой карте. Опа, энергия тратится. Стоп, надо отойти назад. А что энергия тратится на одну больше? Свет включен где-то? Да. А, да. О, все. А, да, блин, я же испугался. Нужно надо затащить. Паутина, здесь очень все так грязно сделано. Фокси сейчас будет бежать, пацаны, готовьтесь. Я вам скажу, когда закрывать. Так, она опять в туалете. Так, куда она идет? А, она сюда идет, тихо, стопэ. Очень аккуратно, очень. Давайте со спины лучше встанем. Так, Чика идет жрать нашу еду. Фокси сейчас будет бежать, пацаны, он уже вышел. Закрывайте, наверное, сейчас, подождите. Левую дверь, наверное, закрывайте сразу. А, она по холодильнику бьет рукой, дурочка. Ты видишь, что Фокси делает? Блин, ребята, эта ночь прям жестче, намного. Так, будьте внимательны. Фокси стоит. Офигенный Фоксюшки. Он убьет меня, если я подойду? Как ты думаешь? Не знаю. А если я проиграю, ночь у нас будет слита считаться? Отойди! Отойди, гусанек! А? Как она тебя не убила? Фокси побежал! Закрывай двери! Ну, пацаны! Ну, я знал, что мы не пройдем! Почему никто в офисе не было? Вот. Попытка номер два. Там? Вкусный? Да. Ну, конечно, пластик есть. Это нормальная тема. Подожди, я уже слышу, тут аниматроник идет. Кстати, вы знаете, ребята, что на этой карте они рандомно ходят? У них нет скрипта. Всегда по-разному. Да. Внимательно смотрим. Вот Чика пошла. Давай, давай, выплясывай. Надо за Фокси следить, они выплясывают. Ну дай камеру на Фокси включу, танцюрист. Он пока просто высунулся и все. Но все равно, это уже знак того, что он может побежать. Вот он. Все, ребята, следим. За Фокси. Так, пока мне все нормально. Тут капец, кто-то мусор понабросал, вот свиньи. Так это ж ты. В смысле? Что он все вместе берется? О! Ой. Классно можно предметы брать, это так офигенно сделано. Слышь ты, вентилятор. Камера не работает. За Фокси надо следить. Давайте я стану с этой стороны, буду следить за Фокси. Там Чика куда-то ушла. Но она жрет нашу еду, понимаешь? Это обжора вонючая. Какой красавчик стоит, но еще не бежит.
Сейчас секунд 10, он должен побежать. Я помню, как он в тот раз сделал. Он такой большой и очень подертый. Смотрите, как он выглядит. Вообще стрёмно. Чика идет. Очень напряженный момент. Это тот момент, когда мы можем сейчас слиться. Фокси бежит. Нет, он стоит. Я внимательно смотрю, я с него глаз не свожу. А ну, Максим, отойди от камеры, а то тратишь энергию. Бежит, бежит, пацаны, закрывайте, быстрей! Молодцы, молодцы. Уважуха. Так, и назад вернулся. Фух, это был очень момент такой напряженный, потому что не хотелось бы слиться. Так, половина ночи пройдена, и это очень хорошо, пацаны. Мы сейчас хорошо играем. Блин, как же это напряженно. Так, Чика стоит. Ребята, если вы хотите, чтобы мы запустили в VR пятую ночь, то будет очень сложно. Ну, напишите в комментариях, мы хотим пятую ночь. И мы запустим обязательно. Она не убьет так? Нет. Помните, убьет. В тот раз она резко подходила и убивала нас? Лучше закрой. Энергии хватает нам. Все, она ушла, можно открывать. А нет, стоит, не открывай. Это сейчас бы она убила, да, вот этот звук? Да. Ах, какая жопа хитрая, ребята, мы и так не ведемся на эту фигню. А, меньше половины энергии. И 3 часа ночи, нам не хватит энергии. Все, открывай, открывай. Все, они фух, ушли, да. Слава богу. Блин, а энергии мало, нам сейчас вообще ни камеры, ничего не включаем, пацаны, вообще не подходим до камер. Мы сейчас должны очень жестко играть. Давайте, наверное, я сейчас пойду посмотрю за Фокси, что там Фокси делает. Так, слава богу, они с этой стороны все ушли. Так, хорошо, что он стоит. 4 часа. 4, блин, ребята, будет очень обидно, если мы сольемся в самый последний момент. Я расстроюсь. Блин, какая же страшная эта часть по ФНАФу. Так, Чика пошла в ту сторону, на левую часть карты. Так, камеры мы не включаем. Ничего не делаем, ждем, пока Фредди подойдет ближе. Тогда, наверное, будем закрывать двери. Ну, пока месяц он стоит, это хорошо. Уйдет, идет еще ближе. Так. Давайте я встану, наверное, как-то вот тут в уголочку. И буду смотреть, как он идет. Стой, стой, стой. Наверное, открой еще. Он не убивает так. Ну, потом. Высунек, ты не помнишь, убивает он, когда он так стоит сдалека, не? Так, Чика идет. Блин, ребята, это очень страшно. Не закрывай, он не зайдет. Где от камеры? Внимательно смотрим, давайте его рассмотрим. Фокси бежит! Или нет? Нет, он не бежит. Блин, как они сквозь друг друга прошли? Что это бред? Так, Чика идет. Фокси бежит, Фокси, закрой! Фокси. Молодец, ребята, блин, они нас жестко атакуют. Все, открывай. Чтоб энергии хватило. Сколько у нас там энергии? 5 часов и 2 палочки, ребята. Давайте лайкосик. Каждый лайк приближает нас к выигрышу этой ночи. Чем больше лайков, тем больше шансов, что мы сейчас затащим. Но очень очково, очень. Я хочу выиграть. Так, Чика. Так. Открывай. Нет, не открывай, не открывай, не открывай. Вот звук как раз, когда она убивает нас. Блин, она сейчас так долго будет стоять, и у нас энергии может все сожрать. Кстати, Фокси, да, прибегает же, забирает энергию еще и кусок? Да. Ах, ты тварь какой, а. Так, ну что, я сейчас чувствую, будет конец ночи. Надо выходить, мы сейчас затащим. Ура. Опять Фредди идет, вы чего? Аниматроники, вы что, сговорились? Я так прикольно здесь за шкафчиком стою. Немножко стрёмно. Так. Только у нас там одна палочка? Да. Блин, ну сейчас должно хватить, по идее, нам времени. Так, стоит. Отлично, так. Чика ушла. Фредди стоит. Какой же он гигантский и стрёмный, а? Так, а зачем вы закрыли? Не может напасть. Ты думаешь? Да. А если сейчас энергия у нас кончится? Не кончится. Ребята, мы прошли. Блин, как же это было стрёмно. Я боюсь этот ФНАФ. И именно эту карту я очень боюсь. Она стрёмная. Привет, дорогие друзья. С вами Димас. Максим. Санёк. Дэн. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная серия, которую любят все на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас выживание в пиццерии ФНАФ 2. Погнали. Что-то у нас кнопка плохо работает. Смотри. Не нажимается.
Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Все по красоте. Бежит, бежит. Бежит? Опа. Я вижу, пришел. Я могу его потрогать? Ай, ты хорошенький мой. Классненький какой. Но это добрый аниматроник. Смотрите, как у него глаза в темноте светятся. Так, идет к нам. Внимательно. Если что, мы идем в нашу коптерку, да? Стоять. Заходи. Быстрей, быстрей, заходи. Закрывай. Так, отлично. О, блин, надо будет проверить. Максим, а ну выйди на ту сторону, я засуну руку. Вообще, будет видно мою руку или нет? Это, кстати, очень прикольно будет посмотреть. Да, видно. Видно мои руки? Да. Ребята, это очень круто смотрится. Так. Все, наблюдаем, смотрим. Так, давай камеры посмотрим. Давай главный зал включим. Так, никого. Никого. Птица. Где птица? О, так это же от Фокси. Попугайчик. А Фокси здесь нету? У него никого нету. Был звук, как будто кто-то вентиляцию лез. Они такие большие. Я могу прям спокойно так пролезть в нее? Эй, ву, я могу прям на корточках лазить. Да, ребята, в VR надо прям реально присаживаться. Это ты включил свет? Да. Фу, я испугался уже. Тихо, 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 здесь спринтрап. Лефти бежит. И Лефти? Блин, ребята, два аниматроника уже ожили. Надо быть очень внимательным. Так, 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 я сейчас постараюсь убежать. Успел. Молодец. Он за тобой. О, я вижу. А я иду, иду. Я убежал от них. Отлично. Беги, он за тобой. Бежим, бегу, бегу. Он со мной бежит? Бежит. Я успею. Прячься. А, иду. Опа. Так, так, так. Быстрей, быстрей, с фонариком. Так, сюда. Он ищет меня, не может найти. Так, я постараюсь пробежать. Я бегу, я бегу. Так, на сцене сяду. Блин, тут Вилли Мафтон ходит. Они очень жесткие. Ребята, видите, что творится? Давайте, ребята, чем больше лайков, тем больше шанс, что мы в этой серии будем хорошо тащить. Ну, пока есть еще никто не умер. Это очень хороший знак. Ты не сможешь назад вернуться. А, марионетка! Так, пока она едет, я успею. Я бегу! Открывай дверь! Коптерку открывай! Быстрее! Ну, есть! Быстрее, закрывай! Есть, мы успели! Ух, это было очень близко. Очень. Вот она стоит. Ты можешь щелку голову просунуть? А я вот засунул голову, у меня отодвигает камера назад. Ну, было бы круто, если можно было бы голову вытащить. Но я так, в принципе, очень хорошо вижу. Я могу, типа, вот так держаться. Там вроде еще кто-то есть. Ну, вот непонятно, они там или нет? Как думаешь? Я вижу, шкатулка стоит там. Да, шкатулка стоит. Ждем. О, давай проверю, что я тут могу брать. Ребята, как всегда, в Гаррис Воде можно всякую чушь брать. О! Слышите эти звуки? Они прям там стоят, надо быть очень внимательным. Вон там? Ты когда открываешь дверь, это очень стрёмно. Там Чика. Вон, смотри, стоит. Глаза светятся. Видишь, кто в конце коридора стоит? Это Чика вроде. Да, все, выходим. О, нет, назад, быстрее, назад, закрывай! Нет! Да что с дверью? Мы с тобой одновременно жмем. Ребята, у нас очень хорошо получается выживать. Напишите обязательно в комментариях, какая часть FNAF вам больше всех нравится. Моя одна из самых любимых это FNAF 2. Очень люблю эту часть. Круто сделано. Максим, смотри, кто идет. Чика с маракасами. Это Чика. Они очень страшные. Я боюсь выходить. Надо выйти. Все, выходим. Короче, я выхожу, резко бегу. Все, я побежал. Убили! Максим, тебя убили? Да. Так, я заныкался. Быстрей! Быстрей! Так, отлично. Я бегу. Дверь. Так. Хорош, что успел. Блин, не успел.
Такие ребята, они очень жесткие. Вначале так было все спокойно, теперь все жестче и жестче нас мочат. Так, давайте включим коридор. Слышь, камеры перестали работать. Что за бред? Максим, а ты где? Лучше пока что не знать, где я. Вот идет аниматроник. Поломанная Чика. Так, назад отходим. Я могу задом дверь открыть? Не, надо только поворачиваться. Так нельзя. Так. Никого. Просто стоит. Если что, я успею дверь закрыть. По-любому. А, невидимый аниматроник! Есть, я успел! Что ты смотришь? Как они хотят вовнутрь попасть, но ничего не получается. Так. Бонька идет. Она стала невидимой, я пришла. Хорошо, что фонариком можно увидеть тень. Так вообще было бы жестко. Так. Потанцуем? Я иду к тебе, Дим. Давай, давай, я жду тебя. Только тут Бонни стоит. Смотри, осторожно. Ты где там, в конце коридора где-то? Я очень близко к тебе. Будь внимателен. А ты по вентиляции ползешь? Может, он поломался? Давайте выйдем, посмотрим. Да, у него что-то, наверное, батарейка села. Какой он гигантский, ребята. Руки просто гигантские. Или можно зубы? У нас зубы можно поковыряться? Ах, какой носик у тебя. Так, еще один аниматроник идет. Я уже хотел убегать. Давайте на всякий случай дверь откроем. Так, я успею. Они просто замерли и стоят. Максим, ты где? Я боюсь один. Я убегаю. Я подхожу. Я бегу со всей силы. Где ты ко мне прибежал? Ты где здесь? Беги. А то ты там сидишь? Ну да. А ты что тут хаваешь тонычку? Это же нечестно. Что за музыка играет? Это Вонька. Так, 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 валим. Быстрей. А, их тут двое. Зажали. Ё-моё, замочили все-таки. А страшно одному выживать? Очень страшно. А ну, могу попаркурить сюда? Фокси, Фокси бежит. Ой, давайте попробуем заныкаться. Нет, не успеваю. Быстрей. Дверь, так кто? Дверь закрыли. Кто? Ай, блин. Вот это жестко начали они нас мочить. Так, Фокси стоит. Давай откроем на всякий случай двери. Она сама закроется. А я буду стоять в ней прям. Вот. Если что, я просто назад убегу и все. Там сзади еще один аниматроник. Ты видишь какой-то там большой аниматроник? Кто-то? Яйцо большое? Да, это яйцо. It's only now that I understand the depth of the depravity of this. Так, отходит назад. This monster that I unwillingly helped to create. As if what he had already done wasn't. Не так прикольно разговаривают. Смотрите, какая тень в темноте. Не знаю, передает запись это или нет, но там очень что-то стрёмное происходит. Быстрее, заходи. А нет. Не убивает. А, яйцо ж не убивает. Да, я и забыл. Вот это оно большое. Ого, они мощные пришли сюда. Это самые большие аниматроники, наверное, которые у нас есть. На тебе. Просто гига... Так, что мы в этой серии очень много раз сливаемся, надо быть внимательным. О, камеры заработали. О, смотри, там аниматроник. Я вижу. Вот он. Кто-то ржет. Я уже забыл, какой-то аниматроник делает это. Пошли, сделаем обход небольшой, посмотрим, что там происходит. Ты идешь? Ого! Валим. И, походу, я не иду. А где ты? Я вижу, как в коридоре стоит кто-то. Так, 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 так! Двери! Двери! Ой, ё-моё! Я успел. Максим, прощай! Там идет. Блин, красный, это глаз. Круто, можно позаглядывать. Ой-ой-ой, это гигантский. Блин, опять он сюда идет. Еще. Ой, я могу R2 шрам стрелять. О, я могу из щелочки стрелять. Максим! Я вижу лезет аниматроник. Только не подходи туда, я буду стрелять.
Отойди, отойди. Есть. Вот это можно замочить, их застрелять там все. Так, он ушел отсюда? Ушел. Так, я открываю дверь. Вентиляцию лезет. Где? О, я прям к нему прибежал. Стреляй, стреляй туда. Максим, только что тебя чтоб не убило. Вот он. Нет, я живым не дамся. Я его отталкиваю, я его отталкиваю. Я всех вообще ненавижу. А, еще один. Есть, оттолкнул. Оттолкнул. Ребята, сегодня мы их жестко наказываем. Ничего не получится. Так, слышь ты! Отойди от меня головой! Я тебя боюсь! Не подходи! Не подходи! Блин, это жестко. Они такие большие. Так. Отходи, говорю. Что-то на меня, пацаны, разозлился. Максим, я тебя видел, ты сзади пробежал. То я тебя убил случайно? А это рикошет был, представляешь? Я по тебе не целился. А, да, стрела может лететь, рикошетить от стен. Смотрите, как я его нормально нагибаю. Вон еще один. Стреляем. Так, надо ниже. Вот так вот. Есть, попал. Скрабэйби стоит. Так, я готов, если что, заходить. Так, если что, я спиной. Ну, а с дуэль, кто успеет? Я успею зайти или она? Блин, я вижу, там что-то светится, но непонятно что. Шкатулка едет. Так, я вентиляцию, я манал. Я не могу попасть, давай. Так, Максим, я вентиляции. Мне кажется, тут поспокойнее будет. Так, шкатулка приехала. Делает обход, смотрит, есть ли мы или нет. Нас никого нету, это хорошо. Так, лучше, наверное, с этой стороны. Я могу и туда убежать. О, Максим, привет. О, а эти вообще не заметил. Че, идем отсюда или постоим здесь, подождем? Пошли. Пошли, я за тобой, иди. Давай я. Проходи. Так, выглядываем. Вот она, назад, 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 Максим, назад. Блин, они нас с двух сторон окружили. Вот жопы, а. И с это, что, две шкатулки? Может быть, она сама перемещается. А давай посмотри, а ты посмотри, есть она там? Она ушла к тебе. Вот она здесь сейчас, все, два назад лезу. А, блин, хотела обмануть, а она все равно тут стоит. Вылезла. Маринетка вылазит. Назад, 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 Макс. Я ушел вообще в другую вентиляцию. Это хорошо. Она за мной. Она за мной, ребята. Быстрее, 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 быстрее. Так. Так. Есть у меня идея, где можно запрятаться. Она за тобой пошла. Так. Я заныкался. Ой. Дверь. Дверь. А что с дверью? Иду дверь. Надо вставать. Так, она должна сама закрыться. Есть. Чика ходит. Давайте посмотрим. Так, валим. Я боюсь там находиться. Я знаю, они могут меня убить. Так. Я спрятался. Она стоит. Нет, Максим. Я жду тебя в кабинете у охранника. Она идет ко мне. А, она добрая, она вроде не убивает меня. Выходим. Так, быстрей. Максим, я бегу. Давай, а на этой карте есть улица или нет? Все, я бегу, я бегу. Быстрее. Быстрее, так, блин, удобно в VR. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Максим, Гусанек, ОЛТВ. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем туда, Санутова. Ребята, вопрос от Максима. Как зовут этого персонажа и с какого это мультика? Жду ваших ответов. Кто правильно напишет первый, попадет в начале ролика. Всем нравится рубрика «Аниматроник Пилот Охранника» VR, поэтому у нас сегодня новые аниматроники и очень классная пиццерия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем.
выживать. Пока мы идем в пиццерию, скажу вам очень классную новость. Максим тоже снимает на свой канал ролики только с лица аниматроников, поэтому заходите на его канал, ссылочка в описании, подписывайтесь. Эксклюзивнейший контент, который можно увидеть только на его канале. На кухне ничего нету кушать? Что такое? Мы будем кушать. Эй! А чё? А вот, да, сработало, все отлично. Так, все в пиццерии чисто, никаких посетителей нету. Идемте посмотрим, что там в нашем офисе. О, где все будет спокойно и тихо. Эй, а тут чуть крови много, смотрите. Так, давайте проверим, кнопки работают или нет. А, аниматроник идет. Так, он ушел. Давайте проверим, работают камеры или нет. Мне даже интересно. А как камеры клацать? Не работают камеры. А вот работают. Так, я вижу вон. Закрывай! Быстрее, закрывай! Есть. Так, пацаны, я пойду проверю подвал на всякий случай. Что в подвале? Я пойду кладовку проверю. Здесь тоже кровь, пацаны. Так, мне уже тут страшно находиться очень. Я пока здесь поисследую все. Так, здесь ничего. О, я могу понажимать все, пацаны. Скажите, там что-то происходит? Нет. Не? Эй, а как включить назад? Ну что-то я отключил. Мне интересно, что же я выключил? Пацаны, инфу по аниматроникам. Где они? Не знаю. Чика идет. Так, где Чика? А справа. Вы заметили, пацаны, что это аниматроники из фильма «Пять ночей с Фредди», который вышел самый последний? Ребята, напишите в комментариях, кто смотрел фильм про аниматроников. Я смотрел. Гусанёк смотрел? Нет. Свет. Это я выключил свет. Ты что этим пугаешь? Я же говорю, что я что-то отключил, вы говорите, ничего не отключал. Смотрите, какой злой кекс. О, знаете прикол? Я его хотел забрать. Я могу его забрать? Блин, было бы классно, если можно было кекс забрать. Ушла. Она ушла. Так, пацаны, попробуй пойти свет включить. Давай. Ну да, странно, что все вырубилось. Хотя его... А нет, он назад включился, здесь нарисовано, что он включенный. Ну и ладно, идемте. Так, может, иди проверь кладовку. Да, иду. Пиццерия иду. Сама по себе здесь живет. Убежал Фоксик. Хорошо, что меня не увидел. Вы видели, какой он злой? У него глаза краснючие. Ты ж хотел замочить нас. Заходи, заходи. Вот это здесь темно. А! Быстрей! А, я заспотыкнулся. Закрывай, быстрей! Блин, этого аниматроника боюсь. Он очень стрёмный. О, нет. А сейчас увидишь. Отец Ванессы идет. А? Что? А что это сейчас было? А где наш охранник? Где охранник? Я говорил ему кладовку проверить, он так и не вернул. Смотри, что он делает. А, отходи, отходи, кусанёк. Я его боюсь. Ушел. Так, я с этой стороны буду смотреть. Пошли охранника искать. Так, и здесь никого нету. Слышишь звонок? О, что на воздухе висит? Что за звук? Что это? Вон Бонька стоит. Окси стоит. Их двое, это наш охранник, что ли? Два аниматроника живых. Так, он вроде не убивает. Назад. Да не трогает нас. Слышишь? Бежит, спринт Бонни бежит. Есть. Я вырвался. Быстрей, быстрей, быстрей. Нет, нет. Мамочка. Мама. Мама. Я уклонился! Есть! Я бегу! Быстрее! Я боюсь! Я обманул его! Так, я здесь постою. Уходи. Я слышу его. Я слышу!
Как я остался живой? Представляешь, не смогли меня убить? Не смогли. Дверь! Как? Как он мне по руке не попал? Еще чуть-чуть бы руку мне чикнул. Смотри, что он делает. Слышь ты, уходи. Тихо. Так прикольно, фонарик через решетку светит. Смотри, кто там, закрывай двери. Есть. Открывай. Мама. Вот это они нас прессуют. Так, ну ничего не делает, просто стоит. Я могу его взять? Я не могу. Ого, он... Гусенек, уходи, быстрее, убегай. Быстрее, быстрее, быстрее. Он стал злым. Так. Да? Опа! Я смог обмануть аниматроника. И что ты мне сделаешь? Ребята, отлично. Я еще пока ни разу не умер. Самая лучшая ночь. Так, как надо мне в офис успеть попасть, чтобы они меня не убили? Как мне это сделать? Гусенек, где они? Не знаю. Быстрее, 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 быстрее. Спринбони хочет очень жестко меня замочить. Очень. Но у них ничего не получается. Двери! Двери! Нет! Нет! Гусенек, нет! А! Тихо, тихо, тихо. Битва начинается. Только это не битва, это, скорее всего, сливание. Не смог. Не смог убить. О, меня чикнул. А! Гусенек, он тебя убил? Ты его убил? Я его обезвредил, электрошок. Нифига себе, видели, как костюм стреляет? Смотрите, можно прям посмотреть, как тут отец Ванессы сидит. Прям видно костюм его. Лицо видно, смотрите. Я вижу глаза его. Слышишь? А! Он разозлится на то, что его убили? Он злой. Он очень злой. Так, я аккуратненько обойду. А, все, добрый. О, я могу его тягать? О, я его понесу. Пошли, я его вынесу отсюда. Так. Аккуратно. Фокси? Чито Фокси? Прям тащу. Тяжелый аниматроник. Мы его, короче, здесь выкинем. Все. Ты нам больше не нужен, щенок. Гусенек, ты молодец, что ты обезвредил одного аниматроника. Красавчик. Ой. Я тут все подряд беру. А! Блин, да так сердце может встать, вы что гоните? А, Чика убила? Так, а, глаза красные, закрываемся. Смотрите, как у нее светится Бенки ее. И Кекс очень страшный. Идем искать охранника. Где-то ж он валяется. А где мы еще не были? Там мы были. А, вот охранник наш. И он на него стоит, смотрит. ЛТВ, ты наш друг, мы тебя никогда не бросим. Гусенек, его убить надо. Нет. Ну теперь он в теле его. Ну все. Дайте я поглажу. Ой, ой. Расстроился. Не обижайся. Опа, Бонька стоит. На гитаре нам тут лобает. Гитара тоже, да, нельзя забрать? Я считаю, обезвредить всех аниматроников и убежать с... Давай, духом. Давай начнем их мочить. Я беру оружие. Давай. Прощайте, извините. А, я убил свой гусенек, извини, есть. Я зачистил всех аниматроников, я псих. Я должен всех убить. Пошел отсюда, щенок. Есть. Чика, извини. Ой, гусенек, не хочу тебя убить. Я псих? Ну все, мы всех убили просто за 5 секунд. Слабые аниматроники. Я слышу. Я тоже слышу. Так, внимательно. Фредди, ЛТВ. Вот. Все, ЛТВ, идем с нами на улицу. Давай, сжигай ее. Пусть все горит к чертям. Так, первый пошел. Коктейль. Ого, как все горит жестко. Ты сильно, ты мощный гусенек, я тебе скажу. Ого! Может еще и бомбу кидануть? А, жопа горит!
уходим. Давай взорвем ее. Хочешь, я активирую ее? Ого, это было красиво. О, гусанек! И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэн, Максим, гусанек, пацаны. Поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика, которую все смотрят на моем канале. И самая популярная — аниматроники Бугая охранника VR. Если тебе текушьте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Здесь очень все круто сделано. Кстати, уже аниматроники начинают оживать. Здесь вот электричество поломанное. Можно кнопочки нажимать. Кстати, я здесь вижу камеру. Это очень классно сделано. А здесь можно что-то нажимать? Нет. Кстати, здесь, ребята, можно нажимать закрывать вентиляцию. Если будет сигнал, у нас здесь загорится сигнал, можно будет успеть закрыть вентиляцию. Вот, слышите? Вот. Я не знаю, я все подряд жму. Я все вентиляции закрываю. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ой. Ролики выходят каждый день. Что случилось? Он вентиляции. Он уже вентиля... Бегите! Быстрей, быстрей, быстрей. Я его вижу, вот он лезет. Блин, быстрее, побежали! Так. Он мимо пробежал, он нас не увидел. Ребята, классно, что можно аниматроников обманывать. Есть, все. Давай, я тебя выпущу, давай. Он там. Сзади аниматроник! Я успею! Блин! Ну, опадались, да? Да. Ребята, начинается веселье. Люблю Гаррисмот VR, это очень круто. Я успел. Все. Посмотрите, насколько он здоровый и гигантский. Это просто великан какой-то. И от него воняет. Вы слышите этот запах говна? Да. Аниматроник обосрался. Чтобы я тебя больше не видел. Вот он идет. Закрывайте. Быстрей. А! Я уже боюсь их. Ребята, в VR они очень стрёмно выглядят. Он ушел. Отлично. Это просто классно все. Так, это Рокси? Вот она. А, нет, это Чика. Да я специально неправильно сказал проверять. Видишь, тоже знаешь. Так. А дверь потом можно будет закрыть? Вот она. Блин, какая она прикольная и страшная. Вы видите эту морду? Ого, что с ней? Она поломалась, что ли? Пацаны, вы зря дверь закрыли. Она сейчас откроется, и мы не сможем ее потом закрыть. У нее же есть какой-то тайминг. Она ушла. Наконец-то. Что это сейчас было? Я дернулся, ну нафиг. Я всрусь, так если жестко пугаться. Ой, ой. Закрывайте, закрывайте. Беги! А-а-а! Быстрее! Блин, опять убил. Ребята, сегодня жесткие аниматроники. Как вы любите. Мясище. Сегодня аниматроники нас не жалеют. Опять пришел. А ты не выйдешь, дверь закрыта. Не психуй, не психуй. Мочите его. Где мы? Мы его убили? Да, мы его убили. Наконец-то, ребята, пошла расплата. Мы тебя будем мочить, негодяй. Смотри внимательно. Там нету? Закрывай, закрывай дверь. А он шел? Блин, это очень классная пиццерия. Прям чувствуется, что здесь все поломано. Смотрите, как я еще могу. О, мы же можем сюда прятаться. Да. Калитка. Вот я сижу. Ой, дверь. Ой, он уже внутри. Я запрятался, это классно. Я могу прямо так заглядывать здесь. О, я могу руку высунуть и полноценно светить фонариком? О, это классно. Вот он, я его вижу. Вот он идет. Он ушел. Не, вот он. Вы его видите? Он ушел. Он ушел. Смотрите, как я могу дверь модно открыть. Профессионал. Давайте на всякий случай вентиляцию позакрываем. Отлично. Вентиляции закрыты. Ого, пришел великан! Нифига себе, тут что, со всех частей аниматроники? Ребята, напишите в комментариях, с какой части и как зовут этого аниматроника. Кто напишет правильно, вставлю в начале ролика в комментариях. Вот это он здоровенный, а зубы острющие. Ой,
Ой. Я прям внутри в кишки к нему залез. Смотрите-ка. Ух ты, блин, я его боюсь. Так, если что, я успею двери закрыть, я на него свечу. Так. Классно, что можно смотреть и при этом рукой вот так закрыть. Вот давайте проверим, если я так спиной стою и руку протянул. Да, можно так делать. Круто. Коробка. Шкатулка. Шкатулка? Так, марионетка едет. Внимательно смотрим. Сейчас дверь откроется. А я могу ее удержать? Держу. Я тоже уползаю на куртофанах. Давайте посмотрим на там. Вы ее видите? Нет. Ого, что за звук? Она вылезла. Так, может, она нас не убьет? Она? Давайте... Я хотел прям в шкатулку посмотреть. Она исчезает. Вот она. Она уже здесь? А! Давай лучше выйдем, на всякий случай. Так. Она выходит. Я возьму это оружие, выходит. Пацаны. Эй! Ты что сделал? О, да, R2 шары. Я даю всем марионетки. Пацаны, не выходите. Я мясо устраиваю, жесточайше. Давайте рикошетиком сделаем. Во! Вот так шанс ее убить. Во! Все правильно стреляю. Смотрите, шары летят в ту сторону. Пойдет, пойдет. Наказываем. Вы видите, что я здесь устроил? Вакханалию. А! Убили меня! Аниматроник вообще жестокий сегодня. Так, я запомнил, я буду мстить. Лезет, закрывай, быстрее все! Внимательно смотрим. Блин, это очень страшно. Очень. Бежит. Бежит? Фредди бежит. Закрывай! Блин, не успели. А этот Фредди ж убивает, да, насколько я знаю? Мочи его, мочи! Мочите его все! Ой, блин, своего убил, не хотел, извини. Так, пацаны, давайте сделаем обход по пиццерии. Тихонечко только, не спеша. Так. Пролазим. Я так это что-то видел. Так, там Фредди. Ай, блин! Не дал выйти, представляете, какой зараза? Так, ребята, получается, аниматроник не дает нам выходить с пиццерии. О, давайте сюда полезем. Все, я в вентиляции. Пацаны, никто не хочет со мной в вентиляцию пойти? Не ссыте? Потому что здесь реально очково. Давай, я иду. Камера стоит. О, аниматроник! Ё-моё, так сраться можно. Откуда он взялся здесь? Так, ты идешь? Пошли. О, он здесь. Назад, 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 он здесь. Ну нафиг, выходите, быстрей. Сюда пойдем? Пошли сюда. Он сзади. Мамочка моя. А, я боюсь. А. Вот это стрёмно вентиляции. Кстати, она очень грязная. И все ржавое, так очень карта такая стрёмная. Пацаны, стоим все. Стреляйте! Быстрее! Стреляйте по нему! Мочите! Мы должны его замочить! Вот очкошник, а? Боишься? Блин, то смотрите, все разрушено, все поломано. Прям плитка выдрана. Тут захваться можно. Можно, кстати, запрятаться. Так, сюда выйти нельзя. Опа! Я его слышу, пацаны. Ой-ой. Вы видели, где я пошел? Нет. А вот датчик красный, когда его цепляешь, срабатывает. Я по лестнице поднялся и в вентиляцию иду, пацаны. Так, давайте сюда. Смотрите. Сработало, слышали? Да. А, закрыта вентиляция. А вы можете открыть? А, жди. Да, давай. Подожди, что здесь было? А, тут аниматроник! Ну нафиг. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Ребята, это очень жестко. Вот это он меня напугал. Вентиляция. Где? А, я его вижу. Бегайте, беги, беги, скорей. Это можно сюда зайти? Во, сюда можно зайти. О, можно тут запрятаться.
Так, я тоже могу туда руку просунуть и посветить. Ребята, вы его видите, пацаны? Нет. Понял. Я возвращаюсь назад. Нате вам! Хорошо, что я там не нахожусь. Меня бы тоже убило. Он в офисе. А я запрятался, кстати. Я реально ныкаюсь тут. А, вот он! Нет! Нет, пожалуйста, не надо, не надо! А вентиляция закрыта вся? Да. Закрывай двери. Вы слышите этот конченый ползет, звук? Ползет. Где он? Вот он. Монти поломанный. Боже, как он стрёмный. Уходи отсюда, паршивец. Уходи. Обиделся. Я предлагаю выбежать и замочить его. Как вы думаете, можно это сделать будет? АР-2 шарами можно будет. Я, извините, пацаны, я не хотел. Я хочу его убить. А где он? Он же ж тут был. Я убил его? Я убил его. Молодец. Так, ребята, сегодня мы двоих аниматроников замочили. Подожди, мне показалось, там кто-то был. А, это твоя тень, ё-моё. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Максим. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем записывать аниматроники пугают охранника. VR. Смотрите, как это все круто смотрится. Всем приятного аппетита, а мы начинаем. Ребята, смотрите теперь, что я могу делать, когда я играю в VR. Это просто обалденно. Я могу подойти и нажать кнопку пальцем. Это просто жесть. Свет. Выключ. Опа, я уже слышу аниматроника. Так, давайте камеры посмотрим. Так, на сцене все стоят. Где? Я кулаком ударил. Вот он. Смотрите, какой он большой. Вот это жесть. Кстати, у меня есть фонарик. Опа-па. Эй, блин, я его испугался. Ребята, это очень круто. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Вот такой лайкосик. Обязательно поставить. Я могу прям его пощупать. Смотри, он холодный. Я прям вижу, как у него пульсирует здесь все. Вот это механизмы. Дима, обернись. Ё-моё, а это убивает аниматроник или нет? Нет, он добрый. Это добрый. Вот это он большой. Смотрите, моя рука по сравнению с ним. Я просто манюсенький. Ты еще такой большой, мужик. Я просто гигантский. Это что я ему в пупок дышу? Эй, слышь ты, уходи от нас, я не хочу с тобой разговаривать. Уходи, я говорю, уходи. Молодец, молодец. Это просто круто, ребята, я кайфую. Смотрите, здесь, кстати, у меня видно, сколько жизни. 100 хп у меня. Можно пальцы сжимать. А этот палец? А, вот так можно даже кулак. Короче, вы знаете, что надо делать. Слышишь? Да. Тихо. Давай повыглядываем. Я успел? Нет. Это ты открыл? Это ты открыл. Я успею, если что, закрыть. Тогда тебе протренируемся. Так. Так, работает. Работает кнопочка. Свет. Работает. Так, все. Подожди, там аниматроник был? Давайте посветим фонариком. Так, никого нет. Там есть с твоей стороны кто-то? Нет. Ты смотри внимательно. Такая тишина, никого не видно. Кстати, вон аниматроник идет. Я успеваю? Опа, я закрыл. Ух, кстати, через окно можно прям фонариком светить. Что ты пришел? Что? Что ты смотришь на нас? Кстати, будешь водичку? О, давай. Давай я тебе дам попить, иди сюда, стой. Так, пей. Вкусненькая? Дам, это пепси моя любимая. Что-то у нас за хлам валяется. Выкидываем. Это что? Выкидываем. Я могу тут что? О, ребята, смотрите, что я могу взять. О, тебе не жарко? Подожди, а вот он. Давай на тебя подую. Охладим тебя немножечко. Хорошо. И меня... Ай, хорошо дует. Классяк. Люблю вентиляторы. Прибежал. Ставим.
Я вижу. Вот это его колбаси. Ты нормальный вообще? О, я могу кексик взять? Ты че смотришь на меня? Блин, это детализировано смотрится. Ребята, для Гаррисона это просто жесть. Я прям вижу все в дет... Ого, он тут поцарапанный. Смотрите, прям царапины видно. О, отойди. Отойди, отойди. Ребята, я уборщиком заделался. Слышь ты, стоять. Стоять, стоять, стоять. Не трогай меня. Эй, уйди. Он боится веника. Что ты? А ну я его потыкаю. Как ты, живой он или нет? Опа. Опа-па, дверь. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Дверь. Дверь. Говорю, дверь. Ой, я вот так стану. Блин, это дверь. Не пущу. Ух ты, ё-моё, через дверь видно его. Так он добрый. Его можно погладить. Ты хорошенький мой. Ты такой хороший. Провода торчат. Ух ты, ё-моё, дернулся. Что у меня? А, меня закусило. Тихо. Все, дверь. Ё-моё. О, давайте возьмем. Вот эту возьмем. Вместе с ведром. Так, если что, я буду шваброй драться. Выходим. Фонарик. Так, обойдем его немножечко. Я не могу обойти, у меня зажал. Давайте теперь. О, я могу перепрыгнуть. Все, валим. Ого! А тут что, его двойник, что ли? И, тут поломанный! Бегу, 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 бегу. Скорей. Скорей, скорей, скорей. Так, в туалет. Так. Дверь. 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 Опа. Сидим. Я могу, кстати, посмотреть под низ. Вот его ноги. Вот его ноги. Вон он ходит. Так, я вижу. Я вижу, ты там сзади стоишь. Я вижу тебя. Максим, отвлеки да. его. Эй, ты, иди сюда. Блин, вот он ходит. Я его ноги. Ты видишь мой фонарик? Я свечу на него. Он тоже в кабинку залез. Так, пока он в кабинке, я могу выйти. Так, давайте на картофанчика выйдем. Нет, закрывай. Двери, двери! Опа, есть. Так, смотрим. О, это туалет. Фон грязный какой-то. А я могу туалетную бумагу взять? Он руки моет. Ну-ка. О, Максим, я тебе сейчас кое-что принесу. Что-то вкусное, надеюсь? Да. Тут написано «Ангел... Ангел Софт». Это, наверное, очень вкусно. На. О, Максим, иди сюда. Ой-ой-ой, аниматроник. Не шевелись. Тихо-тихо, может, мимо пройдет? Фух, слава богу, ушла. Она пиццу нашу хавает, ломает все. Ты же ненормальная, что ли? Уходи оттуда. Быстро уходи. А ну, Максим, я тебе попробую на голову одеть. Кстати, тебе очень идет. Я нашел очень классную тему. Иди сюда, я тебе просто покажу. Тебе понравится. На. Это тебе зарплата за все, что мы с тобой делали. Мне нужно... Кстати, знаете, сколько здесь написано у нас? $5000. Ребята, напишите в комментариях. Хватило бы вам зарплаты $5000 в месяц? О! Будем с тобой в Counter-Strike играть. Классно. Наконец-то у нас пицца есть. Кусай. И я буду... Блин, она уже здесь. А если я встану возле двери, она сможет открывать? Все, я закрыл жопой. Я держу. Я держу. Я держу. Да хватит. Хватит, ты меня пугаешь. Ребята, держу со всей силы. Ты дурак, что ли? Ты что делаешь? Держу. Все, вроде ушла. Но я слышу звук. Так, давай отходим. Да что с дверями? Что я глючит? Еще есть дверь. Где? О, пошли. О, а если нажать эту кнопку, что-то сработает? О! Мы на улицу вышли. Домой, получается. Да? Деньги забрали, поели. Ого, на улице дождь идет. Аж руки помокрели у меня. Так, выходим, пошли.
Все, ребята, мы отработали. А где твоя машина? О, вот она! Если что, я буду бить ее монтировкой. Не подходи к нам. Стоять. Ого, она стрёмная. Смотрите. Нет. Нет, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Пожалуйста, не убивай, не убивай, не убивай. Я буду монтировкой бить. Вот это она страшная. Так. Надо приготовить взрывчатку и взорвать тут все. Заходи. Закрывай двери. Ну, дверь! Дверь! Я держу. Я двумя руками держу. Срочно забирай. Нет, она открыла! Так, тихо, тихо, я заблудился. Она сзади. Я бегу. Так, уклоняемся от столбов. Она сзади. Да отвали ты! Не мочи! Не оборачивайся. Опа. Опа, тихонько. Выключаем фонарик, чтобы она меня не видела. Смотрит на меня. Все, можем бежать. Быстрей. Максим, ты где? Я в машине, жду тебя. Вот это твоя машина, зеленый Запорожец? Да. Ты что гонишь? Что это за тачка отстойная? Все, я сижу. Ходим. Газуй, газуй, газуй. Быстрее. Да, газуй, газуй, быстрей. Ну. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, форум. Гусунёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика. Аниматроники пугают охранника. На карте Пицца Плекс. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Что, слышали? Чика, ого, там Чика ходит. Там Чикуля ходит. Вот, смотри, да, втором этаже беленькая. Вижу. Так, куда она идет? Быстрее сюда, пацаны. Давай. Дверь закрыта. Закрыта. Закрыта дверь. Сюда, быстрей, беги. И тут тоже, да, закрыта? И тут да, закрыта да. Дверь. Она, видимо, попросту добрая. Вон она стоит, добрая. Видите, вдалеке? Да. А как может, нам туда добрая? Попасть? Она туда на второй этаж, чтобы пройти. А дверь только изнутри, да, открывается? Да, дверь, изнутри. Получается, мы не откроем отсюда. И руку, да, никак нельзя просунуть? Я руку просунул, ребята, вот вам и VR. Просто гений мысли. Пацаны, вы где? Ну вот, не бойся, мы это тут. Вам подарок на Новый год, держите. Спасибо. Ой. Алява. Ой, тихо. Дим, Чика идет. Где? Вот. Чикуля. Закрывай дверь, да что ж ты двери? Она возле лестницы, вот она. Правой стороны или с левой? Нет, вот тут с левой у нас, вон она. С левой. Иди на направо. Бежали. Бежали за мной, все быстрей. Давай. А ну уходим первый этаж, все, убегаем. Так, все, пацаны, я в туалет. Галер. Все, давай, давай. Да, я вас тут жду. Не ссы. Ну смотри, Чика нету. Нету. Побежали, нету. Быстрей. Валим. Иди. Сюда можно зайти? Во. И тут. Ой, гусь. Опять тут гусь. Ты уже занят. О, пацаны! Привет! Видно мои руки, как я высовываю? Да, видно. Да. Я типа держусь, смотрите. Что, там нету Чики? Нигде? Нет, нету. Нету Чики. А, опа. Ой. Дверь сама клацается, вы видели? Да. Вон аниматроник. Я его вижу. Реально. Кто это? Че, не знаешь этого аниматроника? Нет. Я все за свою жизнь видел только Чику, Бонни и Фредди. Ух ты, ё-моё, я съехал с горки. Ой. Так, вот этот аниматроник, надо быть внимательным. А, от этого ж можно не шкериться. Да. Ой, идемте, я его подразню, хотите прикол? Давай. Идемте. Смотрите. Да, он как в игре все ставит, смотрите. Так. Я пойду еще сломаю. Пытается. А что они такие большие? Они же должны меньше быть. Давайте я помогу. Аниматроник. Давай, давай, я помогу. Все, помог? Да. Беги быстрей! Я поломал ему все. Я псих. Он собирает там. Ну и хорошо, главное, что луны нету.
Солнце не так страшно. О, да я нажму эту штуку. Ой, что происходит? Свет! Ой. Ты слышите? Свет. It's past your ой, bedtime. Луна. Где? Вон луна где? Идет. Красные глаза. Вижу. Так, пацаны, внимательно. Надо шкериться. Вы его видите? Вот он. Быстрее. Да, мы его увидим, да, если он внизу где-то будет? Да, мы да. увидим. Он идет. Вон он. Вы его видите? Да, у него красные глаза. Убегай, ты а где он? Я его не вижу, вы меня пугаете. Он за нами бежит, Дим. Он за нами. Пусть за вами и бежит. А его вижу, вон он. Ну вкусненький. Есть. О! Я разбился с большой высоты, ноги поломал, пацаны. Быстрее, быстрее, быстрее. Беги. Дим нашел третьего в шариках. Сейчас убьют. О, будете кушать? О. Ой. Пепси. Ой. Ой. На. Давай. Где вы? Давайте дам попить. Подойди. Давай. Вы пьете водичку? Да, мы пьем да. воду здесь. Блин, а давайте я попробую тебе на голову положить. Стой. Давай. Ой, у тебя голова резиновая, она отскочила. Эй! Прикольно. Что это сейчас было? О, смотри, что у меня есть. Это нож? Мужики, где вы? О, давай попробую. Давай. Это не жесть. Чикается. Не чикается. Ой. Слышал? Арбуз взорвался. Странно. Так, я буду с ножом. Сейчас мы его только нормально возьмем. Во! Все. Как тебе мой ножик пойдет? Да, хорошая тема. Там Фредди, вот смотри. Там Фредди Фазбер. Так, стоп. Он добрый. Я попробую его почикать. Он не чикается. Фредди, если ты понимаешь, идем за нами. Мы тебе покажем, куда идти надо. Пошли. Фредди идет? Идет, да, идем, идем. Да, идем. Фредди, идешь за мной? Идем, идем. В туалет. Заходи. Все, твое место на параше. Пока. Все, убегаем. Все, пацаны, я его закрыл. Бегите, если он разозлится, нам жопа. Бегите, быстрей. Мы после этого не выживем. Так, аккуратненько. Он идет за нами. Я вижу. А он вижу. Злой? Нет, он вроде не злой. Он добрый. Ну да, он вот тут обычно это стоит, у него заряжается. Руки. А это зарядка? А ничего, что зарядка маловатая будет для него? Не так кажется, там он, по проводу. Это так у него батарейка одна. Пацаны, идемте свет включать. Хорошая идея. Непонятно, откуда могут аниматроники выскочить. Видишь кого-то? Не. Да вроде нет. Мишка Фредди куда-то убежал. Когда тут может, свет это... есть, как-то легче играть. Не так страшно. Может, это в детской зоне есть включатель? Дима же как-то выключал. Ой. О! Граната! Ой-ся. Осторожно. Ты гранатами не умеешь пользоваться. Меня не учили. О, о я включил о! Свет. Молодец, свет включил. Вон аниматроник, пацаны. Включай свет Дим. Лучше. Включил, включил. Молодец. Где аниматроник? Все, закрываемся. Вот там наверху, пацаны, вот там. Вот там аниматроник идет. Туда, туда. О, я могу в трубу залезть? Давайте проверим. А, о, нет, боже. Не пускает труба. Пускает. А не, залез. Ой, ой, пацаны, смотрите, где я. Дим, ты ничего не слышал? Слышал. Он меня не достанет, потому что я очень высоко. Где он? Он к нам зашел в детскую зону только что. Так. Вали, ой, вали оттуда. Залезай. Он не поднимется к нам. Пацаны, не бойтесь, он не придет. Мы в безопасности, мы сейчас затащим по-любому. А разве не может по трубе лезть? Не, не может, аниматроники нет. Давай кину гранату ему. В трубу, вот да, он кидай. Ходит, смотрите. Ой. Так, он в трубу пытается залезть, пацаны, будьте внимательны. Он лезет, он лезет по трубе? Что? Что? Ты как? Ты, он залез. Он залез? Да? Да. Я заныкался, пацаны. Вот он возле меня стоит. А вот он. Убегайте. Ему плохо. Кинь мне гранату. Боже, где он? Я хочу выбраться отсюда. Давай, Дим. Он иду, иду. Пацаны, ждите все. Меня. Я злой очень сильно на него. Дверь закрыта, я не могу открыть. А, вот открыта дверь. Ну шо, с зоны детского садика.
Ко мне идет сюда? Походу, да. А, он убежал. Ай, блин, не успел шар. Давай. Я его мочу, пацаны. Бежим на бьем. Я стреляю со всей силы, пацаны, по нему. А! Давай. Он тут. Ай, блин, а, вы меня убили. Friendly fire. Если мы его убьем, мы будем красавчиками. Мы его убили. Убили? Да, ты его убил, Дим. Ребята, мы смогли одного аниматроника вынести. Это самый настырный был аниматроник, который меня наказывал. Она дверь закрыта. И это закрыто. Да. Эй, открывай двери. Давай выше. Да. Ого. Это ты по двери бьешь так сильно? Да. Нормально. Ты никак, да? Блин, чувака нашего сложил. Она убегает, за ней. Да ты своими шарами АР-2 меня погубишь сейчас опять. Нет, я меткий. Ты видишь? Сколько ставит? Она вот в детской она. Зоне. Вижу, ну, вижу. Стреляй шары. Стрел. Отходите все. Это война. Это жесткая битва. Мы не должны сдаться. Убил одного нашего. Еще одного убил. Я живой, пацаны, хорошо. Блин, убило двоих моих напарников. Я буду жить. Пока. Живи. Я буду жить, пацаны. Буду жить. Бежал, я бегу со всей силы. Го-го-го. Я заныкался. Мы с ракетницами бежим. Дима нас этим видит. Она видит меня, да? Да. Вот она. Я вижу, я вижу, пацаны. Стреляйте, помогите. Я убью! Я убью! Она обратно умыкает. Вот она! Я вижу, открывай огонь! Я его убил! Молодец! Да? Ребята, мы еще одного аниматроника убили. Блин, а зачем это я? Это очень хорошее выживание. Отличное просто. Я его слышу, как он кричит. Вот он. Он там? Да. Я иду. А вот он стоит. Он лежит как труп. А чё он орёт, как ненормальный? Успокойся. На, стулом по голове. А вы не жестко с ним? Ого. Мне кажется, он может разозлиться. Он орёт, как бешеный. Монти! Монти! Блин, Монти. Я его мочу, ой. Всё. Он дверки закрыл и ушёл. Если ему... Мочи его! У меня большая артиллерия есть. Он до сих пор кричит, да? Никак не успокоится. Да. Ты смотри на него. Давайте. Что, он меня уже надоел. Есть! О, да, убили! Ну что, аниматроник, давай, мы тебя ждем. Иди сюда, щенок. Пацаны, вы готовы? Ну, если... А если он сзади появится? Ой, это Чика. Давай. Нет. Убьем. Давай. Она ну, поломана. Ну. Ну. Уходим, уходим. Я убежал, я убежал. Нет. Есть, я живой. Я своего уже убил. Ладно, бегу пацанам помогать. Нет. Все. Есть. Все, опять убили? Да вы убиваете всех аниматроников! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!